Всем привет, это Женя Алгер, и сегодня мы будем играть в потасовку в Хардстоуне. И что ж, давайте же начнем. Сегодня очень интересная потасовка, а именно она называется «Вместе против Механозода». И суть этой потасовки будет в том, что нам нужно будет объединить усилия с другим игроком. Вот, ну как вы можете прочитать. И, конечно же, победить целого босса, у которого характеристики 2.95. Ну, на самом деле, вы не обольщаетесь, на самом деле он сможет еще увеличивать себе атаку, и поэтому давайте же погнали. Погнали. Выпадает нам жрец. В общем-то, здесь колоду составлять не надо, здесь просто дают вам на выбор один класс, то есть паладин или жрец. И что ж, давайте в нем призывать танцующий клинки. В общем-то, хорошие у нас карты. Пойдет. Слово силы щит еще есть. Мы можем прокачать, если что, существо паладина. То есть нам нужно объединять усилия. И механизатор выиграет, если любой из нас умрет. Я избавлю вас от проклятия плоти. Да, что-то какой-то агрессивный этот механизатор. Но ничего, ничего, мы с ним сейчас справимся. Чувствую, что справимся. И давайте поздороваемся. В первую очередь с паладином. Ликвидация. Кого он там ликвидирует-то? А никого не ликвидирует. Просто механизатору выпала такая карта. И поэтому мы можем, кстати, использовать монетку и гнома-призывателя. Скорее всего, он ликвидирует, но нет, двойной разряд. Бьет он нам по лицу. И пока, ну как видите, ничего страшного. Вроде бы 2 атаки, 95 здоровья. Он нам поносит по 2 урона в лицо, но не все так просто, ребята, и вы еще увидите почему. Ну что ж, давай, давай. Пропускай ход, полдень, здесь ты уже ничего не сможешь сделать. Ликвидация. Чего, извини? Так, вот у нас странный паладин, мы с ним поздоровались, но значит сначала сказал извини, и только потом какая встреча. Да. Ну что ж, давай, напарник, ну ты чего, выпускаешь чего-нибудь, блин, у меня... Я существа высокоманные, если так можно выразиться. И бомбардировка, вот это неприятно. Неприятно, и вот да, в лицо этому паладину, который просто что-то тупит, стоит. Гном призыватель. Давайте просто танцующие клинки пробьем ему потом это все в лицо. Видите, разгон получает плюс 2 к атаке. Сейчас этот механизатор будет просто наяривать себе атаку, и потом он сможет нас добить за 2000, когда у него там будет 14-16 атаки. Он просто действительно сможет нам пробить 2 раза в лицо, и все. И все, мы трупы. К тому моменту, кстати, у нас уже и будет где-то 15-16 здоровья. То есть я уже сыграл здесь, по-моему, 5 боев, 4 или 5 боев, и вот как раз таки, если механизатор разгоняется до 16 урона, то все, это конец. Сливай не хочу. И бомбардировка, опять бомбардировка, и опять в лицо паладину достается. Да, нет, колодец, себя надо было лечить, ты чего? Блин, ну какой-то глупый у нас колодец. Так, давайте, святая защитница. Святая защитница, сколько видишь пальцев, да. Сейчас мы все здесь прокачаем, и механизатор у нас ничего уже не будет видеть, поэтому давайте, давайте. Это паладина, правда, что-то слабый стол, кстати, он зачем-то карт набрал, пускай выпускает хоть что-нибудь, хоть... Самые такие маленькие карты. Или у него там что, все заклинания, танцующие клинки, ну ладно, ну хоть что-то выпустил, то... Радует. Свет небес. Свет небес тоже пойдет. Потому что у нас сейчас святая защитница, да, неплохо сыграно. И ликвидация убивает нашу святую защитницу. Чародейский голем. Что ж, давайте чародейского голема выпускаем. Теперь паладин получает один кристалл маны. Я думаю, это ему хоть как-то поможет. А то он все-таки что-то ничего не выпускает. Ну хотя...
Пока мы тоже особо не выпускаем, но просто у паладина там больше таких боевых карт. У него, кстати, есть и рывок там за 10 или за 9 маны, который просто может убить этого чародейского голема. Добить, точнее, на последнем ходу, и поэтому все у нас здесь сейчас нормально будет. И давай, паладин, где хранитель истории Чо? Вот у него есть такая карта, как хранитель истории Чо, и наши заклинания не будут теряться, будут они транслироваться. Ну что, давай. Думай быстрее. Интересно. Привет. Чего там интересного? О! У нас еще получается плюс 3 к атаке и божественный щит. О, шикарно! Вот это было прекрасно. Разгон получает плюс 2 к атаке. Ну, на самом деле, он на следующем ходу сразу добивает танцующие клинки, поэтому смысла его бафать я не вижу. Но вот мы можем выпустить собирателя сокровищ, либо даже Трокзор Тиранатор. Вот так вот. Поэтому давайте. Нет, не будем пока размениваться. Пускай. Так, босси мы нет! Нет, блин, убивают ее все-таки. Это была ошибка. Ну, спасибо. Я как бы уже знаю, что это была ошибка. Спасибо тебе, Кэп. Справедливость. Точнее, Карли. Блин, а нам надо, ну, как-то вылечиваться. Что-то колодец нас не сильно лечит. И давайте. У нас, кстати, только одна карта, и то это существо. То есть не более того. О, хорош. Хорош, ну нет, ну на кого ты накидываешь? Его сейчас убьют, ну, блин. Подумал бы он. Конечно, ошибка. Я тебе еще поблагодарю раз за такой косяк. Что делать теперь? Ну что мы можем делать? Мы можем выпускать собирателей сокровищ и трога выпустить. Одного трога разменять получается. Ну да, в принципе, а что делать? У паладина, мне кажется, заклинаний нет или есть. Что получить плюс 2 к атаке, вы берете карту. Так, его сейчас убьют, поэтому не надо нам тут ничего такого. Так, что бы сделать? Да не. Сохраним эту карту для лучших времен. И трога тоже сохраним. Самое главное, трога. И, блин, не убивает на защитника королей. Поэтому зря я его сейчас не бафнул. Хотя не, было бы у него 8 здоровья, все равно бы его механизатор добил. Но факт в том, что сейчас у паладина может быть какая-нибудь карта заваляться, которая дает плюс 4-4. У него, по-моему, таких карт 2. И выбранное существо получает плюс 3 к атаке и божественный щит. И наши троги растут. Троги растут, ребята. Удваивает атаку. Ну это, блин, просто бомба. Давай, выноси его, выноси. 16. Просто 16 внес. Ликвидация. А кого ты ликвидируешь? Ну ладно. Он тебя сейчас не собирался бить, поэтому давайте. Все-таки есть у нас шанс еще победить в этой потасовке, поэтому давайте. Что-нибудь нам надо сейчас делать. Но можем, в принципе, собирать для сокровищ. Собирать для сокровищ. Вайширского оракула. Сейчас просто понаберем несколько карт. Слово силы щит и Милхаус на шторм. Просто отлично. Отлично, ребята. Так. Давайте сейчас колоде света прокачаем немножко. Свет на уру падает. Свет на уру. На кого мы сможем использовать? Да, на себя, кстати, можно использовать. Точно. Все. Вы персонаж восстанавливает здоровье. Но у нас никто не восстанавливает здоровье, поэтому давайте. Погнали. 14 в лицо. Еще в лицо лови. И еще с вертухи лови. Все. Еще один колодец света, все шикарно, двойной разряд. Так, видите, уже неприятно, уже нам десяточку в лицо снесли, поэтому давайте трог каменной челюсти, Милхаус Моношторм. Милхаус Моношторм просто сейчас, да, вот я про ледяной рев говорил, Милхаус Моношторм сможет дать нам значительное преимущество. И вот ледяной рев, это действительно классно, просто классно. Я именно вот об этом рывке и говорил, что он просто сможет разорвать в конце вот этого механизатора. И, в общем-то, мы потихонечку восстанавливаемся. Единственный вопрос, как бы паладина восстановить. И тут как раз-таки падает вкусный зомби. Ну, прям как просили. Давайте, колодец света еще. Давайте, Милхаус, Моношторм. Так. Давайте еще восстановим себя. У нас тогда это прокачается. И... Чё у нас здесь будет?
Этого прокачивать смысла нету, его сейчас убьют. Так, давайте пока разменяемся, чтобы думать. А, ну карта нам новая нужна, это по-любому. Вайширский оракул нам и нафиг не нужен. И чудовище, чудовище падает. Ладно, давайте, в принципе, знаете, что сделаем? А ничего мы не сделаем, просто пропустим ход. Бомбардировка, нет, Милхауса-то за что, ну... Неплохо. Ну, конечно, неплохо, тебе в лицо-то дали, а мне... Ой-ой-ой, какой приветствую. Теперь я немножко затупил. И 28 урона сейчас просто влетит в лицо этому механизатору. И еще божественный щит. То есть останется этот единорев. И это действительно шикарно. Просто шикарно. Тимворк, ребята. Вот такая вот командная работа. И печать мудрости. Все выбросил паладин. И сейчас просто в лицо. В лицо понадает этому механизатору. Ну что ж, бей. Все идеально. Идеально. Победа, ребята. Просто победа. Да, в общем, вот такая вот у нас веселая потасовка сегодня была. Я думаю, она вам понравилась, ребята. Поэтому не забывайте подписываться на канал и, конечно же, ждать новых выпусков. Все, всем пока.